Здравствуйте, дамы и господа. Мы сегодня с вами продолжаем наши попытки разобраться с движением в иконописных произведениях. И в предыдущем ролике мы с вами пробовали рассмотреть произведения XII века. И XII век, конечно, очень красивый, но, наверное, все-таки нам, чтобы наш как-то цикл какие-то все-таки имел обозримые пределы, наверное, все-таки нам нужно двигаться дальше. И вот давайте мы попробуем сейчас рассмотреть такую замечательную икону начала XIII века из смальты, да, мозаичную. И давайте обратим внимание на то, что с точки зрения движения мы здесь можем с вами попытаться увидеть, да. У нас здесь расположена голова, да, и вот так вот, вот такое вот кажется движение фигуры. Причем, ну, по-видимому, здесь у нас имеет место некоторый контрапост. То есть, видимо, вот такое вот движение туловища, которое просто здесь нам дальше не видно. Мы попробуем пожирнее немножко. Угу. Один карандаш на другой не хочет ложиться, но все равно сейчас мы попробуем. И здесь у нас вторая рука. И давайте мы попробуем разобрать фигуру младенца. Здесь у нас, по-видимому, ну вот идет шея, да, идет шея. Вперед. Туловище достаточно вертикально. Движение в руке и движение во второй руке, да. Во второй руке, и вот так вот у нас здесь туловище. Вторая ножка, видимо, там вот прячется, да, и поэтому нам видна только стопочка. И вот так вот. Вот такое вот движение, да? Ритмы у нас идут, да, ритмы, диагональные ритмы. Ну вот, приблизительно получается вот так вот, да, то есть. Давайте попробуем как-то попытаться рассмотреть что-нибудь еще. Так, ну что, давайте мы попробуем вот уже к таким вещам перейти, да, тихонечку. У нас до 1228 года, да, Богородица из Благовещения, Югославия бывшая, да, Сербия. Так, и давайте мы вот так вот расположим, да, вроде бы все видно, да, что у нас здесь напрашивается. Вот такое вот движение здесь мы видим шеи с головой, да. То есть как бы от и обратно, да, вот сюда. Здесь ручка. Здесь вторая ручка.
здесь нога, здесь вторая нога, вот она. Так вот, да, идет. Так, что здесь с кистью? Если честно, я не очень хорошо вижу, там немножко стерто. Но из общих соображений все равно вот движение какое-то вот такое здесь, да? Здесь плечо пошло. Ножка наклонена, голова, и в то же время вот движение вот так вот идет, да? Так, движение в руке. Тут вертикальнее немножко. Так, ну и вот так вот, да, то есть у нас... Нога. Вторая нога. Вот тут она, возможно, на приступочке, либо она просто дальше, пятка. Давайте попробуем понять этот момент. Тут у нас голень, да. Ну, видимо, пятка просто дальше здесь. Так вот она, видимо, стоит, да. Ну что же, спасибо вам за внимание. Чтобы наши ролики не были слишком длинными, мы, наверное, сейчас прервемся и продолжим разговор о движении в следующий раз. Всего доброго, хороших вам рисунков.